форма? Значит, это... Сейчас я покажу упражнение на бок, то есть боковую тягу при борьбе сидя. То есть такое типичное упражнение для инвалидов сидящих. Да. Все правильно, совершенно верно. Сейчас. Так, сейчас. Ты пока, может быть... Сейчас я просто разверну его сюда. Опа. Сейчас. Так, наверное, там лучше, чтобы я сел, вот с этой стороны. Не, вот с той стороны. А, с той, да. Хорошо. Давай тогда я там сейчас поставлю. Опа. Так, сейчас я уберу причинтаны. Я просто чуть-чуть не готов. Так сразу. Так, сейчас один момент. И чуть-чуть пониже опустим блочок. Для начала вот тоже. Значит, это упражнение, я считаю, одно из самых важных при борьбе сидя. Особенно. Стартовая позиция. Значит, плечо, предплечье, все вместе. И вот выполняется до упора. Опускаешь. Старт. Задержка. Возвращаешься в исходную позицию. При этом пальцы напрягаешь, немножко подворачиваешь кистью. Да, ты постоянно, значит, работаешь тоже, подключаешь кисть, именно как в борьбе все происходит. Вот старт, и вот пошла работа. Вместе с кистью, связка, все идет вместе до конечной точки. Обязательно надо следить за плечом, особенно при больших весах, чтобы вот этих вещей всех не происходило. Всегда надо соблюдать треугольник. Ну, при этом, чтобы еще те вещи не происходили, нужно подкачивать грудь, чтобы она держала. Обязательно грудь, плечи, широчайка, все вместе, это как бы треугольник. Сколько повторений и сколько серий? Значит, я выполняю 5-6 серий по 10-12 повторений, либо, по, если с большими весами, то по 5-8 повторений, то же самое, по 5-6 серий.